Наконец-то уборка закончилась. Догадались, что у меня здесь еда. Бич покет. О, господи, снова Фродо. Этого Фродо уже 100 раз слышала. Так, а нож? Паштет буду есть. Такой вкусный. Ничего не готовила. И не собираюсь. Вот только обед у нас, мы еще не ели. Наши малосольные есть огурцы, мы в холодильнике. Причастик у меня странная. Голодная. Как обычно, хламы выкинули. А еще не все. Кисунь. А давай паштет ты попробуешь. Может, она паштета хочет? Она так выпрашивает. Гля. Видел? Мой шлетка, ей понравился пастет. Слизнула. Такой я молодец. Понравился? Вкусненько. Я думаю, что она утром просила, сейчас просит. Нам паштет просит. Еще хочешь? Сейчас дам. А сколько в инструкции написано, что он заваривается? 5 минут. А сколько хочется ждать? Ну, вообще-то уже около 5 минут. Ты еще хочешь? Смотри, она смотрит, как будто еще хочет. Давай. Ты представляешь, как ей понравилось? Зеватина меня порадовала. Конечно, ничего себе, тут такой состав. Ах ты, жопа шерстяная. Не доела. Прихватила я тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Вроде готов. Фасоли нормально? Кто здесь пакет? А чего ты смеешься? У меня не соленый как будто. А что ты засмеялся? Ну правда. Соленый нормально? Ну, обычный бычий пакет. А ты не знаешь, где у нас соломка в доме? Там. На новом месте. На каком новом месте? Может быть, хлеб на новом месте. Хлеб, да, соломка нет. Соломка тоже теперь на новом месте. На каком? Где хлеб? А что это она там делает? На новом месте. Обживается. Ей место вот здесь, на столе. Садишь поесть, соли нет. Правильно? Это музычка, Виталь. Доведет до греха. С этими фродами. Не кричу. Горячая. Спасибо, что. Уголю. Приятного аппетита.